подозрительный. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, это Новая Москва 24. Мы поздравляем всех жителей Новой Москвы с открытием второй станции в Новой Москве. В Троицком административном округе и в Новомосковском административном округе. Сегодня, 15 февраля 2016 года, около 12 часов дня, состоялось это торжественное открытие. И как раз мы сейчас провожаем первый поезд в сторону севера Москвы, в сторону новой тоже первой недавно открывшейся станции Румянцева. Саларьева, добро пожаловать! Добрый день, Новая Москва, 24. Скажите, пожалуйста, что для вас значит открытие 200-й станции и второй станции в Новой Москве, соответственно? Да, Ну, вы знаете, честно говоря, мне, конечно, станции все три понравились, но, к сожалению, они к нам не идут. Нам делать нужно пересадку обязательно. Неудобно. Лично нам вот это Новопеределкино неудобно. Ну, может быть, что-то в дальнейшем появится, в любом случае уже поближе. В дальнейшем будет вот Боровское шоссе у нас, Новопеределкино, Солнце, потом идет еще такое, знаете, идет во Внуково. Собянин хочет привезти. Но в любом случае, в Новую Москву метро пришло, мы думаем, что пришло, дальше придет. Да. И вы знаете, я очень довольна вот этими тремя станциями. Очень спасибо красивые. Вам большое, спасибо, с праздником вас, до свидания, вам, доброго дня вам, спасибо. Да, спасибо и вам. Москва 24. Скажите, пожалуйста, что думаете по поводу новой станции? Как вам нравится дизайн, удобства, какие есть? Ну, я первый раз еду. Так визуально все красиво, все хорошо. Здравствуйте, Новая Москва 24. Можно вам один вопросик? Как вам нравится станция? Очень хорошо. Что вы думаете, здесь будет такое же скопление людей, как и в центре Москвы, как и на других станциях метро? Не будет. Не будет? Будет нормально. А чем-то отличается эта станция от других станций в Москве? Понимаете, вот свободно все это, и радует, душа радует, все нормально, правильно, да? Конечно, конечно, спасибо вам большое. Здесь это новая, вторая станция в Новой Москве. Этой весной мы будем уже, наверное, я думаю, пользоваться всеми благами, которые здесь, в принципе, на станции предусмотрено для всех. В настоящее время только сейчас запускается лифт для людей, которые не могут спуститься, людей для тех, не знаю, кто с колясками, с малышками, могут воспользоваться лифтом, который скоро будет работать, пока еще не работает. В любом случае, станция Саларьева уже работает. Добро пожаловать, Новая Москва 24.